качественным, соответствующим профилям Олимпии. Поэтому на наших курсах и со стороны учителей коллег, и со стороны учеников коллег поддерживалась дружелюбная творческая атмосфера. Каждый учитывал индивидуальные особенности друг друга, вдохновлял и мотивировал друг друга, помогал развивать навыки и стремление к успеху. Наши коллеги, несмотря на сильную занятость, старались не пропускать уроки русского языка. Я хочу особо отметить желание, трудолюбие, открытость характера Мисаделлы. Можно вас, Мисаделла? Пожалуйста. Мисаделла, сюда, пожалуйста. Она не первый год изучает русский язык. Она не первый год изучает русский язык. И даже выполняет порой роль помощника учителя и переводчика. Коллега мисс Никиты, please, my colleague. Мисс Фея, мисс Никиты, мисс Эльфе, мисс Шерл, камни и магия, пожалуйста. Камни и камни. Мисс Младжи, сложно было первый год изучать русский язык, но они проявили усердие, настойчивость и смогли погрузиться. Родел, мисс Родел, плиз. Не смогли погрузиться в новую культуру через язык. Джеронима, плиз. Мистер Родел, проявляя эмпатию коллегам, предложил свою помощь. Смотрите, смастерил своими руками перемог. И более того, решил участвовать на мероприятии, хотя и не записывался на наш курс. У нас сложился дружный, творческий, толерантный, поддерживающий друг друга союз учителей и учеников. Благодарю, дорогие коллеги, за сотрудничество. Thank you very much, my dear colleagues. И сейчас мы предлагаем вам выступление наших коллег на русском языке. Не судите строго и поддержите их, как настоящее сообщество IT. Уважаемый сервис, это Колда Ушир, среди Кограф Бит. Hello everyone, thank you very much за поддержку. Действительно, мы начали курс в сентябре, и сегодня завершаем своего рода такое оценивание, суммативное оценивание на своей творческий отчет нашим артистам успеха, участникам и приятного времени участвовать на нашей творческой части. Как это было? Я готова.
ее подготовлено мисс Аделлой. Привяжал волчок с ним.
Я мушка Нурушка. Я лягушка-квакушка. А я зайчик-полегайчик. А я лисичка-сисичка. А ты кто? Я волчок-серебачок. Ты трамжик. Старый пятый мужик. Вдруг идет мимо в пятке косолапый. Ветер в пятке ремонт. А остановился и заявил. Да! Это Теребот? О, Теребот! Теребот, Теребот! Кто в Ветереме живет? Я Мушка Нарушка. Я Лягушка-Квакушка. А я Сайчик-Побегайчик. А я Лисичка-Лисичка. Да. Я медведь косолапый. И медведь. Медведь полез в теремок. Ест. Никак не мог есть и говорить. Я лучше у нас на крыше буду жить. Ребята, молодец!
ваши дела. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я буду говорить и принести информацию о себе. Меня зовут Адел Мэй, я из Филиппин. Я учитель PYP. Предметы, которые я преподаю, это физкультура и разговорный английский язык. Я уже третий год преподаю здесь, в международной школе Астана. Первый год – это учитель первый класс, мой первый год работы здесь. Это год – учитель физкультуры и тренер в ISP. Я преподаю уже 21 год. Я преподавал много разных предметов, таких как физкультура, драма, английский язык, UI и танцы. Это год мой ученики первый класс. Этом году уже третий класс. Это учителя международные ISD. Мои хобби – уход растения. Пешка, печенье, лево и картофель, и также просмотр фильмов. Мне нравится манго и арбуз, шоколадные напитки, кофе и сок. Я люблю играть бадминтон и пинг-пом. Каждый день готовить мне кофе, чай и сок. Для меня мой любимый кофе – мока, потому что это сочетание кофе, молока и шоколада. Это моя идеальная чашка кофе. Изучение русского языка. Я начала изучать русский язык в смысле за первый год обучения АСИ. И помню, я в ее классе была всего два ученика. Я и индийский коллега по имени Рагу. Это Рагу. Мы изучали такие темы, как семья, любимая книга, мои ученики, моя страна, праздники, время года и многое другое. Мне очень понравились уроки русского языка мислеза. Мы также посетили ресторан, чтобы поужинать и применить наши уроки о теме, такие как еда, фрукты и овощи и многое другое. Я снова училась русскому языку связать, а теперь позвонить Амину. Амину, я счастлива, потому что теперь много одноклассников и больше учителей. И в этом году наш русский класс выучил много вещей, такими как алфавит, местоимения, еда, одежда, семья и погода. Мы также посетили магазин «Манго», чтобы приняли уроки и цифры, и цена продавцу и в магазинах. Наш класс различил такие сказки, как «Теремок» и «Колобок». Каждый раз, когда мы тренировались, было очень весело, потому что я вижу, что все мои одноклассники и все стили стараются выучить русский язык и говорить по-русски. Я благодарен, потому что наши друзья также очень добры и поддерживают нас. Наш класс также любил и ботанический сад. И мы выучили слова, которые можно найти в саду, например, дерево, трава, мост, пруд, здание, оранжерея и много других. Это было очень весело. Прогулка по ботаническому саду. Это моя семья. Моя семья живет в Астане, Казахстан, уже 6 лет. Для моей семьи Казахстан – это наш второй дом от дома. Моей семье 5 человек. Лучше, что у меня когда-либо было жизни, это определенно моя семья. Я очень сильно люблю свою семью. Это мой муж. Его зовут Геронима. Он также является преподавателем в международной школе Астане. Он преподает физку IDTP.
классы. Это мой второй сын, тоже здесь. Он очень сердце сколько. Это мой третий сын, yes. По имени Габриэль Анджело, ему 11 месяцев, почти 1 год. Он родился здесь, в Астане, Казахстан, прошлым летом. Язык веселый, потому что здесь много студентов и нас замечательные и очень трудовые преподаватели. Мы хотели бы искренне поблагодарить наших дорогих учителей. Мы связали и мы с Амином за уроки российского языка в этом году. Я оценю возможность снова продолжить изучение российского языка в следующем учебном году. Майор Катай, Пестал Милье, Сирия. Милья зовут доктор Раджендра Ар Прабху, Люди зовут Милья Радж. Илья моя страна. Я люблю ее. Гадиш свой станой. Мой родной город находится недалеко от Мумбаи. Место потенциальное Кокона. Я работаю учителем в Мишту Дуран Доной школе Астана, Казахстан. Здесь я преподаю предмет биология. Мой 16-й год Миш Дународной преподаватель Скои Паяски. У меня небольшая семья. Нет, мой дорогой папа, я моя любимая жена и мой сын. Я думаю, что мой представительная особия будет неполна, если я не скажу вам, что ферес Ее зовут Майка Ширин, ей 5 лет,
Мой муж тренер по баскетболу. Его зовут Марло. Я люблю путешествовать. Мне нравится холодная погода и снег. Abu Dhabi, Al-Shawamek Abu Dhabi,
Sabes amar y odiar. Muchas ole, muchas ole, muchas ole. Bendita luna, al estrella viva. Muchas ole, muchas ole, muchas ole. Bendita luna, muchas ole, muchas ole, muchas ole. I would say special about Troy. It was a very nice time spending after a tiring day, especially in the seventh lesson for learning Russian. We have picked up nice words and we also understand some part of the Russian culture, but it is just a start. We're expecting next year to become more serious with the grammar. And with the grammar, I think I will be attending less classes because somehow we try to manage with the alphabets, making clubbing them and pronouncing the word. But possibly we will do better with this good set of teachers. Thank you very much. Thank you. Спасибо большое, дорогие коллеги. Но наш урок продолжается, и у нас еще один урок-сюрприз по теме традиции. Наш последний урок пока на этот год. It is our lesson tradition. Традиционно. Нашим трудолюбивым ученикам-коллегам мы сегодня дали традиционную халта. Мы целый год и традицию открыть халта. Thank you.
Алла Мажанна вас из Кубра, Минсберги, Артисмитрия Кубра, Далин Дайнал, Репетиция Жасады, Орстыл, Арине Бул Кашипи, Сухьёк Айна Бастанок, мне сонна Калисни Життек. Кирисатны жылы, біз бірінші жыл біртінмен келесі жылы ектім ең басты бізің мемлекеттік қазақтыңмен және осыпаймын. Большой. Is it only you there are good? It is the best. It is the best. Oh, yes, спасибо. We have our Kazakh baby. This is for baby. Oh, baby. Oh, yay. Gabriel. This for men. This amulet for men. Oh wow. Your five. For men. What is it called? Miss Liza, amulet. Oh. Show your amulet. This is what? This is what? Again. Amulet. Amulet, amulet, show, wear it, wear it. Wear your amulet. Oh, amulet. Mango. Я люблю mango. Mango, нету mango. Oh, ой, can I have some? Can I have some? Yeah, thank you, Miss Lizard. Yeah, baby. Baby. Oh, so cute, Miss. You holidays, you put a baby. Also put other. One more baby. Oh, right, no. Gabriel. Gabriel, next. No, все. When Gabriel married, you give. Four. Ah. Present and answer to your question. Yes. In our nation, in our nation, your